сделал дело, гуляй смело. В Тюменском районе День работника сельского хозяйства отмечают не по календарю праздников, а по завершению всех уборочных работ. Лучших аграриев столичного поздравили местные и областные власти, а поводов более чем достаточно. Первое место среди предприятий по производству мяса птицы, кролика и молочных продуктов. Большие ставки сейчас делают и на новые производства, которые открыли в текущем году. Это первая очередь тепличного комплекса «Тюмень-Агро» в селе Нариманово и рыбоперерабатывающий завод в поселке Молодежный. Большое внимание уделяют и по привлечению молодежи в сельхозотрасль. Молодые кадры, которым сейчас уделяется большое внимание, очень трепетно и активно поддерживается главой района Светлана, создает агроклассы, мы с ней обсуждаем производственные практики, включаем в работу аграрный университет. Это все пропагандирует сельский образ жизни, это все еще раз подчеркивает всю важность той профессии, которой мы с вами посвятили свою жизнь.